3 апреля – день геолога. Начало апреля, как время проведения праздника, было выбрано не случайно. В этот период оканчиваются зимние холода и сходит снег, а у специалистов данной отрасли начинается подготовка к летним полевым работам и экспедициям. Основными объектами исследования геологии являются горные породы, в которых запечатлена летопись Земли. Мама, я геолог, мама, я геолог. Что? Мама, я геолог, мама. Папа, не кричи! В этот день в 1836 году принято решение о постройке первой в России пассажирской железной дороги. Она называлась Царско-Сельской. Вначале поезда ходили на конной тяге и только по воскресеньям на паровой. Полностью на паровую тягу дорога переведена в 1838 году. Первая поездка от Петербурга до Царского села заняла 35 минут. Разница небольшая, сейчас это же расстояние поезд преодолевает за 30 минут. В 1928 году рукопись «Алисы в стране чудес» продана американскому покупателю за 15 тысяч фунтов стерлингов. Сказка, написанная английским математиком, поэтом и писателем Чарльзом Джошсоном под псевдонимом Льюис Кэрролл, издана в 1865 году. В ней рассказывается о девочке по имени Алиса, которая попадает сквозь кроличью нору в воображаемый мир. «Если бы голова и прошла, что толку? Кому нужна голова без плечей?» А также 3 апреля 1967 года состоялась премьера фильма «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Несмотря на название фильма и созданные в нем образы, большая часть фильма была снята не на Кавказе, а в Крыму. Сценарий нового фильма назывался «Шурик в горах» и состоял из двух частей – «Кавказская пленница» и «Снежный человек» и другие. Позже осталась только первая часть.